ярче стартовал второй сезон проекта «Мисс Бикини Воспора». Организаторами проекта, как и в первом сезоне, выступили Ассоциация силового экстрима «Воспора» и Федерация бодибилдинга Крыма. Руководят проектом Александр Иванов и Андрей Захаров. По словам организаторов, главное отличие второго сезона в том, что наставниками девушек будут участницы первого сезона. Есть небольшое отличие. Нам сейчас уже будут помогать девочки, которые прошли первый проект. Есть 3-4 человека, которые продолжают заниматься, вы уже опытные спортсменки, они будут преподавать, ну, по крайней мере, помогать преподавать дефиле, ну и вообще помогать девочкам. Участвовать в проекте изъявили желание около 20 девушек. Эта цифра пока не окончательна. Организаторы говорят, что готовы принять еще участниц, было бы желание. В течение 2 месяцев девушки будут усиленно тренироваться, правильно питаться и полностью менять свой устоявшийся образ жизни. В этот раз девочки как-то более открыты, более раскрыты, более понимают, что мы говорим, о чем идет речь. И девочки сейчас пришли уже не сырые, а подготовленные. По крайней мере, они понимают, что от них будут требовать. Первая встреча показала, что участницы пришли в проект не просто так. На семинаре о питании они не удивлялись, услышав, что нужно отказаться от многих продуктов. Расспрашивали о том, как нужно правильно питаться и что исключить из рациона. О том, что девушки не боятся трудностей, говорила даже их дефиле в купальниках. Участницы были раскованы и с удовольствием позировали. Девушки рассказали нам, что пришли в проект не случайно. В большинстве их вдохновил опыт участниц первого сезона. К примеру, Марта – самая юная участница проекта. Ей всего 16 лет. Я вообще хотела еще в прошлом году, но мне сказали, что я еще сильно маленькая. Поэтому я пришла в этом году. Ты не боишься трудностей, которые тебя ждут? Вот много чего нужно не есть, ходить в спортзал? Нет, я очень целеустремленная, поэтому я стараюсь. Если мне что-то нужно, я всегда этого добиваюсь. Дарья Пехотина решила не отставать от подруги, которая в первом сезоне проекта заняла 2-е место. Занимаюсь долгое время, относительно. И просто хочу показать девушкам, что можно быть здоровыми, молодыми и красивыми. Несем спорт в массы. Аня Абиюк уже год работает над собой и решила во что бы то ни стало добиться успехов. Это как я год назад пришла в этот спорт, он мне очень увлек. Вот я решила как-то продолжить путь в этом спорте. Все рекомендации, которые дает тренер, я стараюсь выполнять. Второй сезон проекта «Мисс Фитнес Бикини Воспора» будет длиться 2 месяца и завершится в октябре. Мы будем следить за успехами участниц и рассказывать о них вам.